Добрый день, дорогие друзья! Я в прошлом году сажал черешню, я показывал, рассказывал об этом видео. Если вы не видели, можете еще посмотреть на канале, ссылку оставлю в подсказке и в описании. И сейчас я хочу вам показать, как она перезимовала, какое состояние. Вот ту газонную траву, которую мы с вами вместе сеяли в прошлом видео, вот она так выглядит сейчас. Очень хорошо и развивается она, растет на таком грунте питательном. Я уже несколько раз ее, как видно, постригала, и она продолжает активно расти. Ну, конечно, не везде она взошла. Вот здесь вот кто-то полазил здесь, порыл. Видимо, я не знаю, кто это может быть. Ну, короче, здесь вот потрепешал, и в итоге она не взошла. А вообще, когда я проходился после зимы, здесь прям ямы были у абрикосов, у черешни. Я не знаю, кто здесь что рыл, то ли мыши, то ли какие-то другие животные. Сложно сказать. Ну вот, я сформировал пока на данный момент таким образом черешню. То есть один центральный, вот этот боковой решил пока оставить, и вот этот оставить боковой. Вообще штамп формирует примерно 60-70 сантиметров. Но я потом при дальнейшей формировке их уберу, когда появятся здесь новые. Вот так это выглядит. В принципе, черешня чуть-чуть подмерзла, как абрикос. Но в общем и целом перезимовала хорошо. И по внешнему виду, как мы это видим, ярко-зеленые листья, питания хватает, она очень хорошо развивается. Ну что ж, посмотрим, что, как сезон закончится в этом году, как ее будет состояние. Пока все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Если понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписан на канал, подписывайтесь. До встречи в новых видео. Пока.